Ахмери. Hello. Hello, how are you? I'm fine, thanks. Okay, thank you. So now let's continue, Так. continue our topic. 78-я. So, okay. So we finished this, do you remember? Or not? No, we didn't finish this. We didn't finish here. Yeah. What about this dance? We finished. Finished, yeah? So here, different types of dance. Okay, so now here, do you have any words that you don't know here? Church. 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 Church, это Церковь, и вот это кастрол. Касидрал, это собор. Так, вот здесь вот, где у нас здесь на фото? Сейчас надо найти. Church и кафедрал надо найти. Касидрал. По-моему, вот это... Повторите. Вот это вот касидрал, это собор, собор. Кафедральный собор, есть же? Это тоже как церковь, только большая. А, окей. А по-моему, вот это маленькое, это на church, да, похоже? Что-то маленькое надо найти. Я вот сейчас чуть-чуть не пойму, где Так, а вот это вот порт. порт, это и есть порт, это куда корабли, вот, вот оно, 19. Окей, так. Пап. Пап, это же пивной бар. Пивной бар, окей. Филд. Филд – это поле. Вот, Поле, так. вот, вот видишь, number 16 здесь, поля, вот туда. Сотри. Сиэтэ, сиэтэ. Сиэтэ. Это театр. Театр. Так, Village Hill. Вот это коттедж, это коттедж, да? Да, это дом такой в деревне, коттедж называется. В селе вот бывает же? Yes, we have cottage. Окей, so wood, wood. Это бревно. Да, но у него еще один вариант. Иногда его как за лес тоже используют. Лес. Как? Как лес? будто лес, да, в смысле, что лес, ага. Окей. Окей. Остальное поняла. Так, фактори, ты же знаешь, что такое фактори? Да, это вот эти вот такие заводы. Хорошо, давайте попробуем. Вот на фото вот, вот эти вот все, что мы вот только что, это вот они. А вот хилл, что это значит? Хилл это холм, холм. Бываешь, как маленькая гора, холм? Да. Окей. Number five это mountain. Mountain. Four это, наверное, lake или river. Не lake, наверное. А нет, это river. Или не знаю. Да, непонятно. А, окей. Шесть это, кажется, factory. Ага, seven. Это парк. Так, number one это, может, это театр? Да, театр. Да, точно, точно, света. Two. Two, так. Там написано Это что-то искусство. искусство, может, это, так. Музей, а, это музей, кажется, да, это музей. Так, А, теперь eight, вот это eight, что-то вообще не пойму. Это который eight, это nine или это небо, что ли? Ну, а что здесь же небо вроде, разве есть здесь небо?
А вот это просто на вот этом здании 9 стоит. А, это вот это вот. Так, подожди, а что это может быть-то? Слушай, а это не церковь случайно, не чёрч? Потому что не пойму я, что. Да, на чё Пусть чёрч похож? будет, ага. А тен? Тен это так. Коттедж, может? А нет. Ага. А... Ну, пусть будет. Ага, 12 это мост вон. Бридж. Eleven. Левен лейк или ривер. Рыба, кажется, потому что, видишь, вот эта вот спокойная вода же не двигается, а рыба, она, которая вот так вот течет. Так, теперь вот это вот сутин и футин, не пойму, что сутин, футин. Сутин, это, наверное, так, А, вот может быть, это просто здание еще, оказывается, есть, смотри, билдинг есть. да. А 14 это car park. Car park, 15. Это вот это вот холм, hill. Ага, hill, правильно? Потом 16, это, наверное, field, да, Это field? поле. А 17 Да. это wood, да? Это... Да. Теперь 18. 18 это вот это большое, которое Cathedral. Cathedral. Так, 19 это, как его называется? Порт. Ага, 20. 20, так ей это не видно. А, кстати, а где пивной бар? Пивной Вот. бар там не было. Вот, но может это тендер, да? А это может быть в деревне вот какой-нибудь дом, типа как, может быть, да, вот этот 20. Да, так. Как коттедж, да? Mountain Factory City, так, ферм, кстати, ферм тоже не было. Да, может, а, кстати, И... 17-е, может, это и есть коттедж, смотри. Или это фарм? Потому что, видишь, вот возле, вроде как вот это подходит, возле леса Вот там. это, я поняла, А, вот это вот это. коттедж, коттедж это 20-е, видишь, дом он, видишь, окна он. А это крыша, Да. оказывается. Эйт, Окей, это, эй. наверное, вилоч. Village, да, эй. А, наверное, кто его знает, да, Village. Так, давай тогда вот здесь. Вот, Эверест. Так. Everest is the highest mountain in the world. The Golden Gate, longest. Что такое Golden Gate? Ну, Golden Gate это золотые ворота, но мне кажется, это бридж, это мост с золотыми вратами в Сан-Франциско. Golden. И это The самый Golden. длинный мост. Здесь тоже будет бридж. У меня даже аудио есть. Давайте я еще включу, чтобы ты точно проверял. TypeScript 10.8. 1. Everest is the highest mountain in the world. 2. The Golden Gate Bridge in San Francisco is the longest bridge in the USA. Так, значит, дальше. The Caspian Sea isn't the sea, it's the largest river in Нет, the это world. же озеро, скорее всего, он же. 3. The Caspian Sea isn't a sea, it's the largest lake in the world. I believe. Rotterdam is the busiest И дальше он village. видит ships, ships. А что такое ships? Это корабли. Так, сейчас минутку, ships, корабли. Значит, будет порт. Busiest port 4. in Europe. Rotterdam is Ships the from busiest the port in Europe. Ships from all over the world stop there. The Empire State. New York was tallest. Это здание, слово надо, здание. Building. 5. The Empire State Building in New York was the tallest building in the world for over 40 years. A church is much smaller than a castle. A church is much smaller than a cathedral.
Cathedral. Так, теперь смотри, теперь давай следующее, там слова спрятаны. Tape script 10.9. Wood. Wood, field. Farm. Ага, оказывается, направо. Factory. Field. Сюда factory, field, theater. Потом... Village. Village. Cottage. Cottage. Потом Church. The, Building. Church. Building. Окей, thank you. Так, окей. Так, теперь вот тут смотри. Сначала посмотри на вот эту картинку. Вот, вот как, куда он пойдет по ней, ладно? Постарайся понять, куда он по вот этой картинке направится, а потом я тебе слова помню. Tape script 10.10. So, how do I find your cottage then? Have you got a pen and paper? Yes, I have. Okay. Well, leave the A34 at Apple Cross. Apple Cross. Turn left at the traffic lights. Mm-hmm. Then go down the hill and under the first bridge, okay? Okay, first bridge. Then go over the second bridge and along the road by the river. Right. Uh-huh. Go past the pub and turn right up the hill. Past the pub. Hill, right. Go round the corner, past the farm, and my cottage is on the right. Hmm. It's easy. Okay. Got that. See you tomorrow afternoon. Bye. Safe journey. Oh, don't forget your surfboard. Mm-hmm. Так, получается, он куда добрался вот отсюда, вот докуда? Отсюда он пошел, вот повернул, так, направо, on the right. Then он пошел вот это вниз с моста, отсюда пошел. Вот так, да? Second, и да, вот так. Окей. Теперь смотри, я еще раз включу, только надо услышать вот тут, вот что за слова какие, ладно? Okay. Вот они внизу вот эти слова. Tape script 10.10. Вот они. So, how do I find your cottage then? Have you got a pen and paper? Yes, I have. Okay. Well, leave the A34 at Apple Cross. Apple Cross. Turn left at the traffic light. Услышала же? Turn. Поверни. Then go down the hill. Down. Это значит вниз. And under the first bridge. Under. Вот это вот. Как его называется? First bridge. Then go over the second bridge. Over. Это вот видишь? Вот видишь, один мост здесь, этот под мостом он проехал, а здесь над мостом проедет. Поняла? Over. And along the road by the river. Так. Along. Что такое along? Along — это вдоль дороги, возле речки. Вдоль. Along. Вот это слово along — это значит вдоль. А что вот это вот round? Я просто не знаю. Round — это значит, это вообще как, переводится как круглый, круг. Это значит... ну, как бы за углом получается, за углом. Окей. Как бы поверни за угол, да, вот так вот, типа. Right. Uh-huh. Go past the pub. А что такое past? Past. Так, go past. Это значит пройди мимо или проедь мимо. Мимо, да? Да. Мимо вот этого пивного бара. Все. And turn right up the hill. Turn. Да. Right. Up это означает наверх этого, да? Ну, гору там. В этот. Холм. На холм. Past the pub. Up the hill. Right. Go round the corner. Past the farm. Ага, то есть поверни за, ну, как бы за углом, да, получается, после фермы.
And my cottage is on the right. Ага. And on the right. Да, is on the right. Направо. It's easy. Okay. Got that. See you tomorrow afternoon. Bye. Safe journey. Oh, don't forget your surfboard. Так, теперь смотри, эти же слова вот тут вот тоже. Давай их тоже попробуем. Вот какие здесь слова, вот как ты думаешь? Вот, вот он рисунок, вот он едет, как будто вот Джоу. Джоу, Джоу. Так, Хилл, а вот это вот. Вниз. Джоу, Джоу. Вот это, там, даун. Ага, Джо. Дальше. Потом под мостом. Так, наверное, будет into. Нет, почему? Под астенда. О, а нет. Under это над. Нет, under это вот именно что под. А, окей. Тогда будет under the first bridge. Угу, потом. Turn the sec. А, нет. Нет. Потом над мостом как будет? Over. Молодец. Теперь вот следующее. Then he drove. Ага. The road by the river. То есть он едет. Помнишь, ты же спрашивала, что такое вдоль, вдоль. А, вдоль. Боемен, Наташа. Джолден боемен. Мына теңіз ненің қасында? Ненің әлгі? Өзеннің. Дальше. The pub. Потом. Нет, 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 нет. Проехать мимо пивного этого. Пас. Дальше. Наверх. The pub. Да, and вот. Up the hill. Ага. Next he drove the corner. Так, вот здесь. Повер, ну, как бы за угол повернуть, за угол. Turn? Нет, здесь round, round the corner, round. Окей, так. Round of the road. Смотри, off the road, это значит съехать с дороги, выехать из дороги. Потом он взял несколько яблок. Нет, через яблоневые деревья. Через как будет? Вот он, смотри. Сру. Пиши, если не знаешь, сру. Через. Так, сейчас. Сру. Через. Сру some apple trees and... Мат, это значит грязь. Он попал. Это значит into a lot of mud. Вот into будет, вот он. Into это попал или что? Нет, это в. Это тоже в. Он, короче, в грязь этот. Окей, так. Так, теперь смотри, сейчас этот послушаем одну эту, я тебе этот, покажу потом текст, ладно, чтобы уже точно. Окей. Tape script 10.11. Look at you. What happened? Where's your car? I had a small problem. What? How? Well, I did what you said. I drove down the hill, under the first bridge and over the second bridge. Then I drove along the road by the river, past the pub, and up the hill. Uh-huh. Next I drove round the corner, but I saw some big cows in front of me. So I turned quickly, drove off the road, through some apple trees, and into a lot of mud. Oh, no. But are you all right? I'm fine. But now I can't move the car. Come and help me. Of course. But why didn't you just stop? Well, there were a lot of cows and
They didn't look very friendly. But cows aren't dangerous. Okay, okay. I still don't like the country very much. Так, смотри. Да, вот смотри, я тебе сейчас текст покажу. Так. Вот, тебе надо весь текст посмотреть, вот. Вдруг ты что-то не поняла, смотри, сейчас, вот он. Вот, смотри, я тебе увеличиваю, еще раз послушаем вот эти оба этих, ладно, чтобы вдруг там слова какие-то есть. Смотри, вот он. Tape script 10.10. So, how do I find your cottage, then? Have you got a pen and paper? Yes, I have. Okay. Well, leave the A34 at Apple Cross. Apple Cross. Turn left at the traffic lights. Mm-hmm. Then go down the hill and under the first bridge, okay? Okay, first bridge. Then go over the second bridge and along the road by the river. Right. Uh-huh. Go past the pub and turn right up the hill. Past the pub, up the hill, right. Go round the corner, past the farm, and my cottage is on the right. Hmm. It's easy. Okay, got that. See you tomorrow afternoon. Bye. Safe journey. Oh, don't forget your surfboard. Окей. Так, теперь здесь были непонятные слова? Так, John Corner Cottage. Вроде бы, а стойте, что такое journey? Journey это значит, это поездка? А, да. Путешествие, вот типа такого. Ну, тогда я все поняла. Угу. Так, теперь давай следующее. Так. Вот-вот, дальше что с ним случилось, смотри. Tape script 10.11. Look at you! What happened? Where's your car? I had a small problem. What? How? Well, I did what you said. I drove down the hill, under the first bridge and over the second bridge. Then I drove along the road by the river, past the pub, and up the hill. Uh-huh. Next, I drove round the corner, but I saw some big cows in front of me. So I turned quickly, drove off the road, through some apple trees, and into a lot of mud. Oh, no. But are you all right? I'm fine. But now I can't move the car. Come and help me. Of course. But why didn't you just stop? Well, there were a lot of cows and they didn't look very friendly. But cows aren't dangerous. Okay, okay. I still don't like the country very much. Так, здесь были вопросы непонятные? Так, кони. Я вот не поняла, что такое I still don't like the country very much. Ну, мне все еще не нравится. Я все равно как бы не люблю этот, ну, за городом. Ну, то есть деревню, получается. А. Ну, тогда все вроде. Угу. Окей. Так, теперь давай дальше. А, кстати, сейчас я сейчас тебе хочу кое-что другое найти, короче, сейчас. Не то, что найти, а показать. Сейчас, так. Угу. Так, в тот раз мы с тобой этот, что начали смотреть? Мы же, а, подожди, нет, сейчас. Мы вроде все досмотрели. Нет, там есть еще кое-что другая программа сейчас, которую я хочу тебе показать. Оно это тоже хорошо, прям это. Ну, там еще есть про виды домов, как раз это наша тема. Разные виды домов. Вот, я, короче, тебе приготовила, вот все.
Так, все. Ой, а что у меня на фуд перешел? Нет, не то, я же это хочу. Вот он. Hello. Do you live in a house or a flat? Have you got a garden or a balcony? Have you got a pet? In this program... Здесь же все понятно, да, вот это pet, вот это все. Да? Ты живешь в доме или в квартире, у тебя есть домашние животные? Есть молодец, молодец. Ага. We look at some typical British homes and some unusual ones. And we see а что такое unusual? Так, бесполезные. Нет, пиши unusual. Unusual это означает необычный. Необычные дома имеется. Видишь, чтобы не без конца не повторять, homes, homes, они пишут once. Вместо homes, once. Необычные. Ага. Написала? Да. Life in a British home. How do the British live? Some people live in flats, but most British people live in houses. And houses are all different shapes and sizes. О, вот это поняла? Different shapes and sizes. О, разные вот эти вот какого размеры, все такое. Форма. Shape это форма. A bungalow, a cottage, a terraced house, a semi-detached house. А что такое terrace? Ну, это дом с террасой, у него, значит, впереди чуть-чуть такая, ну, видать, такое есть, можно где. Вот это вот семи-детач. Семи-детач – это пол дома, половина. Бывает, что вот один частный дом, и он прям по половине разделенный. Написала? Да. And a detached house. А это целый уже. An old house. A new house, a large house, and a small house. What are they like inside? This is the Robinson's house. So come in and have a look with me. This is the living room. Or sitting room. I like this room. It's got a nice fireplace. This is where the Robins... А ты знаешь, что такое fireplace? Хороший... fire это огонь. Пиши. Place это место. Нет. Пиши fireplace это камин. Все. Relax. Have a look round. They watch television, play games, or read the paper. They got okay, read the paper. Это поняла, да, что такое? Это newspaper, сокращенно. Да. Some interesting pictures and books too. Well, I'm sorry. You can't stay here. You must look at the other rooms. Come and see the kitchen. This is a very typical British kitchen. A fridge, a cooker, an oven, a microwave. Знаешь вот эти слова, да, или нет? Oven, это... Духовка. А, oven, так, сейчас, минутку, духовка. Все. Microwave, a sink. А sink, знаешь? Посудомойка? Нет, это раковина. Раковина. Окей. And a kettle. А кетл? Кетл. Кетл.
Не знаю. Кеттл — это чайник? А, так, чайник. Окей, все. Kettles are very important. Mrs. Robinson is making some tea. The average British person... А что такое average? Многие или каждый? Это средний, средний, пиши, среднестатический. Среднестатический, да. Окей. Ну или в среднем, там разные, главное средний. Drinks more than 8 cups of tea per day. The family usually eat here, but sometimes they eat in here, the dining room. This is the room for special meals, like birthdays, dinner parties, and Sunday lunches. Tom's doing his homework here this evening. Well, that's downstairs. What's upstairs? This is Julie's room. And she isn't doing her homework. Hi. Look at all those posters. This is Tom's room. What's he interested in? This is their parents' room. The bathroom. Some British people like having a shower, but most prefer a bath. And this is Mrs. Robinson's study. She's a writer, and she works... Ой, а это только что слово prefer, поняла, что такое prefer? Вот это вот, как он называется, многие нравятся, ну, предлагают, или как сказать... Prefer — это значит предпочитать, пиши, предпочитать. Да, предпочитать. А что такое бас? Ванна, ну, купаться. Да, сама ванна вот эта. Не ванная комната, а ванна. А это что да. такое стадий? Учиться. Нет, это у него еще один есть вариант, это кабинет. Рабочий кабинет. Пиши, стадий — это рабочий кабинет. Study. Рабочий кабинет. And she works from home. Over a quarter of British homes have a... А что такое quarter? Quarter, так, quick, это быстро. Коца — это еще что-то значит. Пиши, кот — это означает четверть. А, да. Коца 7, например. Computer in them now. Look at this. Tom and Julie like using it too. Excuse me. Oh, sorry. That's okay. A lot of British people really like gardening. А знаете, что такое gardening? Ну, вот это их собственное вот это место, ну. Типа, как его? Типа свой двор, что ли? Короче говоря, это называется садоводство. Гарднинг. Пиши, гарднинг — это садоводство. Написала? Да. What a lovely garden. Oscar! 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 And this is Oscar. He's the fifth member of the family.
The British are very keen. Поняла? Fifth member of the family. Пятая, вот это вот. Их типа часть семьи. Да, член семьи, да? А что такое keen, keen? And very keen. Лохматый? Нет, keen это значит, что они любят животных. Они этим занимаются, вот, животных любят. Если у них частный дом, то обязательно какое-то животное там будет. А, ну, в каждых американских фильмах я вижу животных. Да, но это не Америка, это Великобритания, это же другая страна, Великобритания. Yeah. Not just dogs and cats. Rabbits, birds and fish are popular too. Of course, not all British people live in homes like this. About 18% of British people live in flats. Смотри, у них всего лишь 18% живут в квартирах. Частных домов больше. And some people live in very different homes, like a castle. Знаешь, что такое castle или mansion? Замок. А mansion что такое? Mansion? Не знаю. Пиши, mansion это означает дворец. Окей. Or a mansion. Some people even live in caravans or on boats. And this, of course, is the most famous home in Britain, Buckingham Palace. Well, I'm going home now. Поняла прикол? Нет. Она говорит, этот Бакингем Палас, это и есть Букингемский дворец. Ага. Это дом королевы. Это, короче, где королева живет в Великобритании. Да. И вот она это говорит. Поняла? Ага. Да. Так, теперь у нас следующая тема будет. Вот здесь есть слова, которые ты не знала? Ты можешь домашку тоже записать пока. Так, home task у нас будет это. Так, это у нас какая страничка уже пошла? Так, вот эти. Так, 82-я страничка, пиши. У тебя homework 82, 83, 84. Вот 4 странички, посмотри. Так, вот здесь есть слова, которые ты не знаешь? Еще так. Нет, я вроде все знаю. Все знаешь? А это что такое скёрт? Это юбка, скёрт. А шорт? Вот это вот, шорты. Почему? Вот шорты же, вот. А ти-шорт это футболка, а шорт это... Пиши шорт. Шорт это рубашка. Рубашка. Угу. А это что такое trainers? Это вот их кроссовки. Угу. Давай теперь на вот этот вопрос. What are you wearing? Скажем, что мы, ну, в чем мы. Сейчас? Угу. Now I wearing эти шорт. And a trousers. And I have ой, and I wearing очень ой, какой очень? Носки. Socks. Получается, you are wearing t-shirt and trousers. Trousers. Trousers, yes. Uh-huh. I'm wearing also t-shirt and trousers. It's the same. Так, окей. Так, теперь, так, вот эти вот good looking, знаешь, что такое, да, good looking? Так, а what is this man doing? He draw. Только вот надо использовать вот такое, смотри, is и drawing, когда мы описываем, ну, что-то в настоящее время он делает. He is drawing будет. Окей, а this girl?
She eating ice cream. Только she is eating. She is eating ice cream, yeah? Okay. She is eating, yeah? Yes. Okay, and this, what are they doing? What are they doing? Не знаю, они типа измеряют свой... Нет, как будет, просто смотрят. А. They is looking. Нет, they are looking. А, да. They are looking, нет? Ага, окей, thank you. Окей, тогда вот эти все посмотришь, ладно? И этот, новые слова, жатта, хорошо? Ага. Угу. Окей, so see you. See you next week, yeah? Okay, see you. Bye-bye. Bye-bye.